вашей мелодике и понятной форме изложения последней поры. Почему их у нас пока плохо ценят? Это очень сложный вопрос. И я не знаю, сумею ли вразумительно на него ответить. У меня мысль по этому поводу как-то раздваивается. С одной стороны, ваши интонационные элементы, как в мелодике, так и в гармонике, никогда не были просты. Но в старой манере письма они поглощались, с одной стороны, динамическим напором, а с другой, и благодаря насыщенности письма, большей определенностью звукового комплекса. Сейчас мелодика ваша стала еще изысканней, а стиль изложения становится почти линеарным, то есть гармонически гораздо менее определенным, я не говорю неясным. Если суммировать, я бы сказал, что стиль вашей музыки стал более интеллектуальным, вы менее отдаетесь творческому потоку, нежели сознательно направляете его в определенное и иногда, на первый взгляд, более узкое русло.